Давайте, все. Так, все поняли, что надо делать? Друид, лапу дай. Друид, лапу. Лапу дай. Мага нет, друида нет, пристанет. Приз, скорее всего, здесь. Друид. Друид пришел. Давай, друид, давай лапу. Лапу давай. Хватит прыгать, лапу дай. Дерево, дай лапу, сука. Дай лапу. Пожалуйста. Я уже закончил дело. И разойдемся. Молодчик. Друид, иди к танкам, готовься их нахиливать. Пуляйте, давай. Ой, уже много во время... Нормально. Так, все, мужики, сосредоточились. Мы тут стоим. Его подбивают. Вот первый. А, ты не танчик, ты должен от них бегать. Забираем. Стой. Ну, отлично. Че, может, по Герой, нет? Ну, да, вам отдали. Герой, кто не КД? А, это Рога сам сделал. Ой, Друи, это у вас там. Так, он-то там не нужен, да? Снял мне. А что у вас там получается? Влюбление 30 секунд. А где? Ты как? А, вот вижу. Кто там поставит, да? Истребление 15 секунд. Да, может ставить. Все, готовимся, мужики. Истребление. Истребление, готовься. Дал стан. Окей, я вас наебал. Чем я наебал ДБ? Зомби, все в зомби, залезли в зомби. Кто умер? Два танка умерли. А? БР хотя бы одного сделал. Давайте БР, я пойду. Приз, ты тоже должен хилить танков. Зачем ты перестаешь? Я иду, так. Чего ты бежал? Я это самое. Договорили. А стоп, друид же. Притяни. Я гимн зажимал. Я не знаю, что не хватило. Обои танков, обои. Так, у мага там все хорошо. Блядь, давайте. Хилит здесь, я пока там пойду. Можно каску по шаману пшел? И лапу забирай. Блин, а мне еще. Не, подожди, 10 секунд еще. 5. Ладно. Друида, друид хиль. Хули забирай, если я сдох. Да, не другому, нормально, нормально будет, нормально. Это Ретрик, короче, смотри, на ДКшнике нажми и посмотри время оставшегося дебафа. На 7 секунде, когда останется 7 секунд на нем, нажмешь таунт в Ретрике. Да нет, все в порядке. А ДК на 4 секунды заберет обратно. У нас уже в вар пошел таунт, там Макс сам справляется. Опа. Меня спал, могу забрать. Так нет, уходи! Я не могу тебя отхилить, уходи, он тебя сейчас ваншот. Истребление приготовились, 8 секунд. Маг, не стой, не стой, не заливай, просто. Истребление еще. Я на истребление пойду помогать им станет. Меня сейчас убьет, меня убьет, маг. Все пошли бить зомби, все пошли бить зомби. Забираю. Прохил, прохил танков, прохил танков. Есть ты, блядь, наркоман какой-то. Ты нахуя тусишь возле зомби, блядь? Там хилить некого. Стой хиль танков, блядь. Я хилил твоего мага, который просто стрельбу бежает. Под истребление нужен хил.
Я же говорил, 10% у танков остается, они получают урон, их надо сразу поднять. Для этого нужен друид, который хилит их. Ты можешь сказать вообще, где я, где Лем, да? И хилить там и там. Там могу вообще подойти, дать одну хилку и уйти назад, и все. Одну хилку ему надо... дал. Потом у него 28 стаков, и ему сразу же на этичке сносили. 10 секунд до исступления я побежал почему-то к магу. А ты тоже... Пишется исступление в чат. Ну, типа... Предупреждайте хотя бы. Зачем тебе вообще не нужно хилить? Не понимаю, зачем ты тут бегаешь? Чё ты там тусишь постоянно? Вон, посмотрите, сколько дамага они получили. Как-то до хрена. Это очень много. Это вы после истребления, да, легли первый раз? Не-не-не, да, меланхолик. Не надо бегать. Встань где-нибудь за спиной так, чтобы ты там, ну, типа, мог нормально обходовать нас. Это у тебя твой приоритет. Да, а, у тебя аддон... Я Давай его оставь с нами и пойдешь уже спать. Согласен? Чтобы у тебя была совесть чистая, и мы особо не обижались. Друид, у тебя аддон есть, который пишет, когда истребление? Ладно, анонсить кто-нибудь сможет истребление? Да-да-да, я все анонсирую. Там же анонсили, да, там даже говорили. Смотри, только когда анонсится истребление, ты слышишь это слово, обязательном порядке на того танка, которого бьет босс, ты его должен максимально обходить. И ты должен это сделать, чтобы его не сложило сразу же. Не понял. За мной трэш бежит. Да вот трэш тут. Маг сагрил трэш, сейчас за мной трэш бежит. Пусть бежит. Бля, я в шоке просто. Оба танка он. При, зачем вообще, я не понимаю, зачем он тусит возле зомби постоянно? Че это за бред? Кто? Прист. Что еще? Прист, потому что они договорились, что друид держит двух танков, а прист хилит трой. Нет, типа, смотрите, я... Короче, смотрите, сейчас еще раз объясняю. У мага блядь, было 38 стаков. Короче, мусор сил очень много здоровья. Я такой думаю, что-то у него здоровье быстро проседает, типа каждый раз его ударяли. У него стаков, понимаешь? Если зомби к нему придут, они его сканшотят в любом случае. А смысл, да, он танчит вообще их? Он их не танчит, он их кайтит. Он кайтил, но они все равно его били. Ну, бывает, да, но они его все не могут бить, потому что они его сваншотят, как бы он ни старался. Поэтому он не дает им к себе подойти и вешает на них замедление, рут и тому подобное. Короче, предупреждайте меня, я этот... Сейчас. Уже утро, и ты пишешь, все ясно. Это нормально. Не, так... короче... Скажите мне, я это юзну на всех, и отхилю, вот и все. Блять, ДК ушел. ДД доберите. А это кто? А. Еле ас. Не хотел бы или оставлять. Подождите, а кто еще вышел, не понял. Давайте, у нас тут осталось 4 босса и без трэша. А трэш лестница разве нет? Танки у нас есть, это ДК и я танчу. Маг нормально сейчас справляется с трэшем, проблем с трэшем больше не будет. Только надо, чтобы ему кто-то помогал активно. Пум-пум. Найдем кого. Один ДД нужен и хилы. Хилы на месте. Еще одного ДД найди. Давайте, тут собрались. Тут дел буквально, на самом деле, минут на... 20-25. Он вышел. А кто это вообще? Коутерон. Так, подождите, а этот ДК вышел вообще из Дискорда, что ли? Да, он спать ушел. Вам нужна ачивка? Я за ачивкой. Мне тут и говорю, чтобы в ульду попасть, мне ачивка нужна.
Мне тоже нужна чип. Я тоже здесь. Также. На доступ в Ульдуар 10 нужно получить прохождение Накса десятки. Типа. А, там надо определенно. Ну, надо всех боссов убить, вот и все. Да, падение Наксамаса надо. Это когда? Доступ в Ульдуар. Когда в Ульду 10 пойдете? Ой, там тяжело несколько тысяч раз, 1 200 000. Да нет, нифига. С нормальным рейдом все в порядке. А здесь? Ну и здесь нормальным рейдом все в порядке. Вот видишь? А у нас не все в порядке. Так, не паникуем. Ладно, давай так. Я сейчас нахожу нормальных людей. Давай. Если мы не проходим. Блин, надо сейчас бежать обратно туда, вайпаться, понимаешь? Блять, об этом не подумал. Ничего страшного, кто не добежал. А, все добежали? Вот еще Элема теперь нет. А Элем куда? Это был Элем, я понял. Давайте допрос вечером хотя бы, я уже заклеймался. Никаких допросов, это не работает. Да, доход. Нет, это не будет. Пишите в чат, пожалуйста. У вас, у кого помощник есть? Ну, это ты знаешь. Помощник, я тебе давал помощника. Даже. Так все хорошо начиналось. Так, народ, я релогнусь, зайду на мейна, посмотрю, может кто-то в гильдии будет. И там попрошу кого-нибудь в гильдии. Так что не кикайте меня, сейчас я буду. Этот РЛ пока добери, 2 ДД. Ну, поищи. Люди пришли за проходкой. Какие допроносы, это смешно. Не. Выруби колеще. Все сами выбирают, какое они говно будут есть. Давайте попробуем сейчас забрать. Так, Хан, ты здесь с нами? Да. Ну, отлично. Ты с магом ставишь ледяную ловушку и напуливаешь. Понял? Мелочь. Да. Да, окей. А также сможешь снимать босса Берсерк по фокусу? Берсу могу я, пускай водит. Не-не, Берсу я сниму. Я просто не буду сладить собаки теперь. Ну это сами разберитесь, просто он может по фокусу кидать стрелы и все. Не ну, очень сложно. Отходить от зомби, пока он это все катит, камон. Ладно, хорошо. Я, да, на нее вешалась берса, не снимала, потому что я уходил со всеми меликами. Окей. Видеть зомби, теперь я просто не буду этого делать. Рога на боссе не отрываясь сидит, а Хант. Бубум, Хант помогает магу. По поводу хилов. Я даже не знаю, что с тобой друид делать. Давайте его выкинем. Да помолчи ты, хоть что-нибудь дельное сказал, что ли. Короче, да, это, забей. Ты со мной на боссе будешь, да, Вар? Да, верно. Короче, смотри, как просто скидываются стаки, так и забирай. Типа там на одном стаке будем меняться и все. То есть 5 стаков не жди. И если будет истребление, просто блок прожмешь и все. Или крик отдашь. Там 1-2 истребления всего будет. А я не зыбку отдам и на ХПС прожимку, блядь. Не сдохнем больше там. Хорошо. Когда на меня это попадет дерьмо, я прожму ХП. Во второй раз ты прожмешься. Попробуем так сделать. Друид. У меня есть 3 ледяных эти. На 100 ледяных змея. Дать кому? Кто у нас тут кастер? Это, друид, как ты слышишь, скорое истребление, ты... истерично настакиваешь на танке, который танчит. Вау, все свои ходы. Так, давайте арче. А, бафы раскидайте. Сейчас шаман подбегает. Так, паладины у нас закончились. Лапу можно, друид? А, нет, паладин у нас один остался. Дай краску. Один и был, сейчас мана. Опа. Вышел все-таки. Друид, лапу дай.
Так прикольно это звучит. Так, давайте мне теперь конечно звать. Есть у кого-нибудь еда, что хп чуть-чуть добавит? Любая. У меня есть рыбный пир. Кто тут кулинар? Не-не-не-не, не надо его тут тыкать. Ну ладно. Да давай, блять, мне... А, да я могу дать. Кто тут кулинар? Кто стоит? Да вон стоит уже, я поставил. Ну, на всякий случай. У меня их, блядь, до хера. У меня их штук 50-60 где-то. Осталось только... Ну, так, что, все так типа знают. Давай. Поехали, так. Все так типа точно знают, да? На бафы. Не на пул. Рога, приз, что с вами? Да, да. Так, сейчас я стою к ДК и пулем. Мак Хант, готовьтесь напуливать. Нам, ну, между собой там. Так, теперь на пул будет Ахча. Ахча на пул. Поехали. Пули. Так, на скольки стаках меняться будем? На одном? Ну, типа смотри, вот ты забрал, я с тебя забрал, с тебя скинул и сразу забрал, понял? Как только, короче, с тебя дебаф спадает, тут же таунтишь. Он обновляет его каждые 10 секунд. Я тебя в фокус не взял. Да это похуй, ты на свои стаки смотри. Так, 6, 5. Забираю босса, чтобы состав это дерьмо. Мак, зомби кайте, не пытайся их заливать. Просто замедление и рейндж держи. Шилды пока ты обновляй, как это тратится. На 5 секундах, короче, получается, забираем. Смотри, он вешает дебаф на 15 секунд. И обновляет каждый раз его с 5 на 4 секунду. То есть, когда на тебе осталось 5 секунд, он вешает следующий старт. Сейчас 6 забрал. Истребление 15 секунд приготовились. 5 секунд истребления. Забрал. Прожал защиту. Ну ты не забрал. Пошли заливать зомби. Залили всех. Блять. Зомби, всех. Всех, у кого лоу хп. Нормально, нормально. Успокойся. 9, 8, 7. Забрал, вот теперь забрал. Кристоф и Каш. Он вышел из мира. Охуенно. Мелкий лицо, пидор, блядь. Ага. Блин. ДК, ДК, вы его захиливаете. ДК, ешь от своего этого. Только добьете зомби. ДК, ешь. Зомби, которые фуловые, забейте на них. Вы милики, возвращайтесь обратно, если нет уже лоу хп. Вы бьете только лоу хпшных зомби. Вы живете? Да, живем. Сейчас. Мага подхильдывает. Да, постарайтесь забрать зомби. Отведите их. Так, я сейчас попробую забирать этого добав. 8. А, убей и желтый джаг и хз, чтобы они хоть как-то хилились там. Ох, один, ладно, не надо. Мага подхилдует. Очень, очень нужно. Давай, давай, давай. И у ханда траблы. Только очень мало. Ну, друид-то сдох. А-а-а. Блядь. Вообще без хилоска. Вот это уже что-то новенькое, честно. А хули падал. Блин, он крыса, а? Ну тут не РЛ виноват, тут виноваты хилы. Так РЛ есть хил, в этом и вся проблема.
Один. И причем он очень-очень-очень обоссанный фильм. Прям это холик время... с хилом в assist damage. Очень кривой холик. Его и в DC нету. Ну понятно. Он только что ливнул с Диса. Он сначала с игры, потом с Диса ливнул. Ну я, короче, прикинь, сижу такой, смотрю гильдии объявления, типа в Сирусе в этом дискорде. Хуяк, смотрю, там гильдия что-то с 8 до 12 РТ. Хуяк, ну, пишу там что-то, друзья добавляю. Хуяк, смотрю приглашение в дискорд, захожу, смотрю, челики сидят, спрашиваю, блядь. Думаю, ну заебись. Значит, вот этот 16-летний тип меня наебал, да? Он наебал нас всех. Потому что я 10 часов назад зашел в Накс, там, где было написано «Фаст снос». Я такой, ну, ночью быстро пронесу. Вот, 10-й час сижу, драчу, блядь. Не, ну ты прикинь, насколько это изящно, да? То есть 16-летний пацан наебал столько пацанов, ебать. Чувак, он отбитый, он просто, блядь, отбитый. Да, он собрал, короче, рейд, в надежде, что рейд сам все пройдет. А он там не тактик, не знаю. Нихуя себе. Понятно. Че, прошли? Да, прошли, убили, можешь лутать босса, забирать шмот. 16-летний пацан умнее всех, да? Ну. Вот это его смех. Ты куда свалил? Ты вайпнул рейд. А вы что, реально вайпнулись, что ли? Вот нет, ты, блядь, мы, блядь, вот того чувака все заточили. Так вы убили или не скажите? Нет, мы не убили. Да нахуй вы говорите, надо было говорить убили, блядь, что я вам выпал, я там все дела, там, блядь. Поверь. Наебать его, блядь, с три короба. Что я вам выпал, да? Ладно, давайте еще одна попытка и... Смотри, ты собрал нас всех, и ты хочешь нас скинуть, давай хотя бы глута убиваем. И после этого, или найди себе замену, сможешь? Да надо ему замену просто найти нам, и все. Ну типа, я ухожу, вот замена мне. Тогда вообще без вопросов. А с хуя ли ты уже лидер? М? Ты уже РЛ. Да. Типа... А, да. Чё, блядь? Ну отлично. Чё за бред? Давайте на сумон один. А я что-то сам прихуел, когда мне скинулась рандомная фигня это. Чё за помойка на Сирусе? Сейчас, подожди. Хотя... Так, Holy Priest 204, Рестардру. Рестардру нам не нужен? Не, никаких депроносов, мы сейчас все закрываем. Приз, ну чё, ты там сможешь очнуться? Я здесь, только не понимаю, почему у меня лидер слетел? Да нахуй тебе лидеры, нормально все. Это не нормально? Это нормально. Так, в принципе все, можешь тогда идти отдыхать, пристамы наши. Хорош, ебать. Что там, схема надо кого? Или там есть кто? ДК, с нами еще потраешь или прям уже все? Какой ДК? А, второй, Райка, который хорошо, да. Давайте ТД доберу. А, у меланхолика сова, да, был? Меланхолик, спекайся в сову. Подожди, у нас хилов нет. Меланхолик Рестер Дру. И до этого был этот Холик Прис. Который Кайф, это Рестер Дру, который Шимба, это Холик. Как его, киньте им в Дискорд, пожалуйста. И сумоним. А ты сам в какой гильдии состоишь вот этот план? В той, которой ты говорил? Нет, я состою сыны Анарсити, что-то такое. И что там, какой РТ? Там вечерний. Раньше у них было в 16.00 начинали, сейчас в 19.00.
Так, что там, приз здесь? Нет. Какой приз? Да нет, ты можешь идти спать. Так. В смысле идти спать? Ты что делаешь? Так, а ты кто говоришь сейчас? Так, и Каев Друид. 1000 игл. А, этот мелкий уёбок начал кикать нас. Сейчас я думаю на другой дискорд. Сейчас один момент. Окей, Цири кинул уже свой, давай к Цирику похуй. Все, кто здесь, ахти, или похуй, сейчас я напишу ему. В смысле к нам? А ты где? Да, блядь, может по 5 человек, блядь, на 2 диса разделимся, заебись будет. Чё-то у вас не до хуя. Сейчас перезайдут все. Там все были в другом здесь. Так, раз, два, три, четыре, пять, половина. Так, кого есть? Там еще в рейде можно поменять? Да все, больше никого не надо менять. Мы самых раковых заменили. А что, у вас тут пиздец был? Ну, РЛ тащил на за всех. Поэтому его и поменяли, блядь. Решили сами тащить, блядь. В смысле РЛ тащил всех? Ну, это сарказм. На дно, на дно. Он тащил всех на дно. Там 16-летний ребенок, которому просто ничего не отдупляет. Понятно. Так, дерево. Два рейстер-друида, вы чего украете? Нет, один сейчас соус пекнется. Ну и все, я тоже могу соус пекнуться. А у тебя шмот, у кого из вас лучше шмот, тот и будет совой. Давай. Ну, шмот в ком? В дереве или в сове? Не, у меня это сова, я только себе сделал, так что в любом случае. Думаю, он получит. Так, ну-ка, показывайся. У тебя приоритет ролла на сову или на хила? Кайф. Подожди секундочку, я посмотрю, надо мне вообще снакса что-нибудь. Просто у друида приоритет на хила. Ну, ты сам писал, что ты ролишь на хила. Я? А, он? Не-не-не-не. Ну вот, да-да-да. В смысле? Совет так. Дух не нужен. И все. И МП5. Походим. Что, все могу понимать, ваши КД? Ах, ты мне понял. Угу, поехали. Мне еще так понравилось его наивные мечты о том, что возможно сделать допронос. Угу. Он скорее всего второй месяц в игре, он ничего не понимает. Сейчас я посмотрю, сколько у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще один. А мы на лоскуту, идем? Ну, почти. На лоскуту уже нет. Остался глут, тадиус и лосты. Да, как я и писал. Четыре босса. А, точняк, я вспомнил, когда этот чувак собирал этот ульду. Ой, капец.
Я на секунду, меня туда заинвайтили, я посмотрел на 6 или 7 ватников и все миличники. Угу. Подожди, этот тип серьезно на бресте собирал? Ну да, потом смотрю, 15 минут прошло, и типа накс 10, я думаю, ну предположим. Понял. На прошлом пуле хант с магом, чё, как у вас там на зомби? Ну хила маловато было, а так нормально. Сейчас будет больше, сейчас будет гораздо, блядь, больше. Вспоминается, хила маловато было, вот это вообще вылетел. А второй хил кто? Подождите, шаман? Один хил друид, второй прист. Холи прист, только человеческий холи прист, а не курильщик. Холи прист нормального человека. Курильщик, ну да. Кстати, вот приз, мне интересно, у тебя вкачано, щиты хосту дают? Ну, типа, бегать. Да. Я же, блядь, говорил. Окей, окей. Да чё, там, я посмотрел на тот билд, я просто, я выполнил. На ютубера посмотрел. Кстати, если у тебя вкачан колодец света, то ты поставь нам на перебежке на зомби. Будем раз. Кстати, да. Время от времени ждать. Потом назову видео, как мы отжали у 16-летнего Эрела десятку накс. А, он типа не в курсе, да, то, что вы добро нас собрали? Да, в курсе. Мы его кикнули, условно говоря. Да. Он перезашел, ему дали пати, потом кикнули. Он такой, ты что делаешь? И начал кикать нас из Дискорда. Не юный человек, но он еще маленький, не понимает ничего. Ну да. Так он сам напалился. Какого хуя он полез эрелить? Ну, я не знаю. Ладно, собрались. Забыли те кошмары, что были. Еще пару таких случаев с ним, и может он начнет понимать ценность чужого времени. Да нет, понимаешь, он начинает релить, но при этом не знает тактик. Ну, пару раз на него кто-нибудь наорет, или может во дворе кто-нибудь поебал, удаст, и тогда будет понимать. Нормально, попадет, послушает всего свой адрес. Что у вас, рыба есть, пацаны? Причем на АФК? Так, это у нас на АФК, давайте. Бум-бум-бум. Так, рыбу, да, вон, рыба есть, едим. Так, хочу услышать хантай мага, как у вас зомби? Управляете? Ну, сказал, нормально все. Нормально, отлично. Тогда вы остаетесь на зомби, Рога снимает берсу. ДД сидят на глуте. Бэл у нас с пула будет, как только танк наберет агро. Пум-пум-пум. О, я не ставлю, это ДК, по-моему, может ставить. Так, что еще? Пум-пум. Когда будет истребление, у кого-то Адон пишет об этом. Он пусть предупредит нас за 15 секунд. За это время тут на неправильное танк время. Тут ДБМ показывает. Да, ДБМ показывает неправильно. Поэтому тяжеловато. Сейчас, это сказать. Я буду учитывать это. Да нахуя вам ДБМ? Вы видели, ХП уменьшилось? Пошли бить мобов, чё вы? Не-не-не, типа, прежде чем ХП уменьшится, надо, чтобы друид настакал эти бум-бум-бум доты. Ну, доты, хоты. Там и не сдохли. Так, иступление, истребление, вот оно. Один может, по идее, блядь. Я хуй знаю, чё вы, блядь. Так, всё. На понимание тактики и на бафа. Все отлично. Окей, поехали. ДК, готовься пулить. Так, мы с тобой меняемся. Давай на двух, на трех стаках будем меняться. Я на последних 5-6 секундах буду таунтить и снимать с тебя дебаф. Все, поехали. Блин. На пул. Все всегда. Ой, что-то даже не поставили. Второй стак, да? 8-7 забрал.
я не так встал, что как-то он заполз не туда. Да нормально, нормально. Он у нас прям в двери. Просто нельзя к нему спиной стоять. А чё так много народу вводит? Вы чё там? Там же один справляет. Двое, там двое вводят. Это кажется. Да там трап уставит и хватит это. То есть не 25. Ну они видишь, они не умеют, блядь. А. Да это ничего сложного. Вы не умеют. Если бы умели, уже давно бы сказали, давай один пока еще. Да? А вот у меня все пишется а истребление через. Это ребят, смотрите, кто вводит, главное, чтобы вас не били, они нет, не добегали до вас. Но вас так и вешаются, потом не прохилят. Просто обычно вводят человек, который имеет какой-то. Опыт. Да, совершенно. Там Махан сдох. Ну, он настакал. Типа я не знаю, что делать. Забери, ну, кто бомбы, тут второй? Забери 5 секунд. 15 Мак. Секунд, ладно. Забери вот этих бомжей. Я его БРну сейчас. Так, истребление. Пошли зомби. А я прожался. Заливайте зомби. Блять, с него урна забрал. Сколько у тебя? 7-6 забрал. Так, там зомби с неполными хп добейте. Все, маг пускай один вводит. Только мешаете ему. Я ему так чуть-чуть помог. Там зомби пошел, короче. Да, заберите, ну. Не знаю, ему попробую чем-нибудь помочь. Вообще шаман бы поставил там тотем. Оков земли. Тотем, иди. Ой, шаман, иди поставь ему тотем оков земли. Туда. Под зомби. Отвлекись там, потеряй свои 200 ДПС. Что поможешь убить. Так, истребление зомби 25 секунд. А все зомби здесь. Притягивай. Сожрал? Ну. Да, успел сказал. Ну поп. Че там по стакам? 4, сейчас заберу. Истребление 15 секунд. Приготовились. Ну топай, шлюха. Вы зомби меня уезжали. Зомби, где вы чё? Что бить зомби? Зомби? Забрал тебя, побило. Что не до 6 тысяч. Нормально, я это самое отхилился. Наоборот, откатите зомби от. От босса. Дальше. Убейте его быстрее. Оков земли, тотем ставь. Сейчас сожрет. Блять, бейте зомби, вы чё? На зомби после, когда они на лоу хп, убивайте их. Быстрее, зомби сейчас отожрется. Ой, как их там дохуя. Пиздец, конечно, ребята. Так. Ох, попробуем еще. Я не знаю, где все мелики? Полтрадяма. Чё у нас? Нормально. А мелики живы? Не-не-не, ты куда-то не туда встал. Челы по МП сели. Так, истребление. Да, не, нормально. Секунды. На самом деле, давайте поднажали и можем успеть забить его. И что-то пизда пойдет. Заберите с меня эту хуйню. 700 тонн, давайте, поднажали. 600. 20 секунд истребления. 6 секунд.
кто мне пишет. Там наебалово это все. Готовьтесь. Блять, 300 тонн, ну? Блять, на меня бегут, сука, мне пизда. Ну, 21 ставь. Фу, да. Собака, блять. Давай, доливайте эту херню. Шаман, оков земли поставь по зомби, чтобы они не шли к боссу. Заебись. Активнее собаку. Давайте, 100 тонн. Прожались. 20, 5 тысяч, хорошо. Ну, красавцы. Поднимите, пожалуйста. Аэрол, лут-то у нас на ком. Ответственность за добычу. Расните, дроиды. А, у меня, я весь сломан, мне надо что-то делать, тэпаться. Я хуй знает, что делать. Сдохни, на выходе с инста есть ядозлоб, такая локация. Да я знаю, ну что я полетел, подождите. Надо. А, отлично, отлично. Так, что, сразу будем валить? Конечно, хуй его лайнет. Ну вон, кстати, с первого раза получается. ДПС, конечно, хуйня. Но. Да. Да. Че-нибудь на ОФ тогда ролите? Война. Не, вообще ДПС больше. Просто тут и водили, и яда менял. Так, хлю на рану. Да, водили очень много народу. Лишнего. Там же драгдиллер кинул. Бля. А, ему со мной это не подходит. Это не шамановский же. Не шаманский тоже. Блять, шаманский. Почему шаманский? Шаманский, шаманский, плечи. Да ладно, отдам драгдиллеру. Этот. А, так только я не понимаю, зачем ему, если у него 213-я. Да, это на оф валили. Ну там, может, на милике или еще. Ну, если этому на мейн, лучше это надо. Да, я что-то сомневаюсь. Не, на оф вроде. Ты говорил на оф? Да, это был уже на оф, там на мейн что-то никто не ролит. А. Не услышали, наверное. Так, сейчас делимся на две части. И тут основной момент, чтобы вот этих два мелких моба умерли. Да не прям. После чего будет самый сложный момент в этом боссе, это перепрыгнуть с ступеньки на платформу и не упасть в воду. Это будет сложно и надо сосредоточиться. Прыгнув рандомно, вы на 70% упадете в лаву. Я просто включить и все. М? Просто левитацию и все. Так, а кто у нас? Ты всем не кинешь, что только одному хватит. Мак, у тебя есть символ левитации? Типа ты на свою пати кинешь левитацию, а приз на свою? Не, ну я могу. Отлично. Это у приста. Две кольчуги, по сути, упало. Ничего интересного. Мага нет, почему? Угу. Сейчас я распределю. Кайф. Так, что там по ДПСу-то? Хант, маг. Вот мы можем заранее добавить. А касочку можно получить? Да подождите, я еще не добежал бафа. Сейчас еще до кайф придет. Пробафаемся на фул. В принципе, смотрите, распределяемся на первая, вторая группа. Первая группа идет налево, вторая группа пойдет направо. Ты танков будем... перекинь. Так, вот один ДК танк, второй. Я, да. Вот Frozen. Угу. Мне кажется, тут один хил справится. Не... А, нет, нет, не справится. Нет, нет, нет. Да-да-да, там же это... собаки. Так, а что-то я фигней какой-то занимаюсь. Все правильно, он ДК, один хил в первой пати, вар... Во второй. Да. Так, метки. После того, как мы убиваем этих боссов, там с небольшим интервалом, все встаем перед боссом до того, как он кинет
каст, как он там называется, кто-то помнит? Полярность, по-моему, что-то mm-hmm. такое. Смена полярность. Смена полярность. Дай ассиста на Войда. Сейчас. А, сдвиг он полярности. Поставит возле босса. Сдвиг полярности. Да, вот он даст. А, сейчас, где там эта фигня? Даст сдвиг полярности? Блять, что Марк, это? Марк, ты серьезно? Быстрее за... Блять, двери закрылись. Ладно. Короче, босс даст сдвиг полярности. У вас будет плюс или минус. Блять, да вы чё угораете? Мак, чё а, так это приз был, это, по-моему, не Маха приз был. Шпимба, ты Шаман в Диссе? Шаман может стать? Шпимба, ты в Диссе? Значит, приз был. Да, да, я тут. Ты чё, дурачок? Нет. А нахуя ты туда пошёл? Я думал, что он не заагрится. Ну, теперь ты понимаешь? Тебе сколько лет вообще? Ну, бывает, успокойся. Не надо, чувак, не начинай, камон. Бывает. Ну, чё-то странно вообще. Не агрится. Так, дал помощника тебе, да, верно? Выйду. Угу. Так, вернемся. После убийства двух мелких боссов все стоят перед основным боссом и происходит сдвиг полярности. В этом, после этого смотрите на ваш дебаф, который у вас будет отображаться. Это будет либо плюс, либо минус. Сейчас надо вспомнить. А что ты лежишь? Будет. А что ты лежишь? Вставай, беги, приз. Так, если у вас будет плюс, вы встаете справа. Это красный дебаф. Если минус, то слева. Посмотрите там в помощнике. Точно не помню цвет дебафа. Плюс синий, минус красный. Да легче всего поставить эти метки. Квадрат синий, да, поставить в одну точку, а крест красный в другую. Ну, так и сделаем. Сейчас только придем. Так, в дальнейшем он будет кастовать сдвиг полярности, вы обращаете внимание на то, какой у вас дебаф. Либо сохраняется, что был, либо меняется на новый. А, если у вас дебаф изменился, то вы по часовой стрелке, то есть бежите по правую руку, оббегаете босса, не через босса. Но и не бежите там через за километр, вы не оббегаете. А, если кого-то все-таки сложат, и вам будет дан БР, вставайте только, когда будет сдвиг полярности. Так. В принципе, все. Никаких сложностей на боссе быть не должно. Можно свои корректировки вести. То есть, когда сдвиг полярности, не надо кругом, у вас там целых 3 секунды есть. Вы так сейчас будете по часовой, есть, против часовой. Давай. Просто под боссом быстро поменялись, все, никого не сложит, все хорошо будет. Главное, давайте я буду анонсить сдвиг полярности. Вы просто, когда я буду говорить сдвиг полярности, смотрите за дебаф. Если у вас поменялся цвет, просто перебежали. То есть не надо там думать цвет. Просто поменялся, перебежали. Нет, остались на месте. Все, дальше бьете. Даже не обращайте внимания, я буду доносить это и все. Никогда сложности на этом боссе не было. Даже у самых последних пугов. Так что я не думаю, что для нас будет сложно. Есть. Ну, в 25-ке, в 10-ке-то еще, ладно. Нет сложности. 25-ки у некоторых есть. Может не хватить до берсы убить. Да не. Хватит. Ну это знаешь, как плюс-минус путать, как сено солома потом. Да. Так, чё, шаман? Я искренне надеюсь, ты тревогаешься. Да, так и есть. Так, тут у кого вопрос? Лежит Каев в комнате с Гнутом, да. В реснике. Мне тут хорошо. Я просто почти добежал, и вы вайпаете. Я такой, в пизду, я больше не побегу. Я об стену убился. О, вам паладин бежит. Ай, паладин. Ты, блядь, наступил на меня. С ноги слезь, больно, блядь. Да не наступил. А, ну да, ладно. Показалось. Спасибо. Вставай, пойдем. Похилю тебя даже за это. А тем временем шел 15-й час. Два странно. В Наксрамас. Да пиздец. Ой, бляхнуха, я забыл про бошку. Она просто побегает глупо, там башка. Я лежит. Тебе говорю, каску, блять, отдайте. Хантута. Кто ее там забрал? Да, Хант, только роли. Так. Благодарю.
Так, ждем, сейчас пройдет и пробегаем. У меня прошлый рейд, я когда за рогу проходку делал, абсолютно такая же херня была. Приз был РЛом, 15 или 16 летним. Знаете, таким ломающимся писклявым голосом. В итоге после убийства Глута он ливнул, или до убийства даже Глута. И там весь рейд тоже развалился. Остался я один, а мне нужна проходка. Пришлось с нуля собирать уже заново весь состав рейда. И только после этого пронесли. Потому что надо с гильдиями ходить, а не с пугами. Да, с пугами это так себе идея ходить. Только десятки, то есть ты уверен в том, что ты сможешь сам дособрать. Ну, что есть, то есть. Что-то грустно, ну ладно. Приста, у тебя по ветренях нету? Есть. Место медальона Орды. Не знаю, нет, наверное. Да ну, любую, ладно. Просто, она просто бесполезна. Ты можешь любую поставить на ДТР. Я знаю. Побольше толку будет, чем с медальоном. Здесь что, на E-level, что ли? Можно поставить вот это вот. Вот пусть будет это намного лучше. Намного лучше. А чё это там? Вообще без вариантов. Ну да, намного лучше. 100 хосты, считай. Так она ещё и покает от хила. Так. Нож, правда, тоже один. Забавный, ну ладно, похуй. Кто там еще? Кайф, друид добегает и... Меланхолик. А, это... Сабо. Так, метки есть. А, метки, кстати, являются только чтобы вы поняли, где плюс, а где минус. И вставайте как можно дальше, желательно от босса. До этого хорошие тринки. У них 45 секунд КД и 15 секунд, по-моему, длительность. В итоге там только 30 секунд и без бафа находишься. Давайте уже по этим по местам. Так, да, первая налево, вторая направо. Давайте расходимся. Лапы нету, кстати, лапу бафните. Так. Так, смотрим. ДК, подуди в дудочку. Ну, до вас не достанет. Ну, ладно, там пару минут. Давайте. Шаман? А, шаман еще вообще, по-моему, не прибежал. Ну, тут стоит шаман. Тут? Здесь? А, все здесь? Шаман? Нет, он не принимает. А где он вообще? Ну, стоит, вот он. А, дилер завис, написал в Дискорд. Все, вроде прыгаем. Так, стоп, подожди, давайте поехали. Сейчас он на пул. Ебать, ты лаганчик. Так, сейчас там дуэт отлагает. Так, по возможности еще кидайте на пол, что рога, что хант. Подожди, Мила, а чё ты сюда пришел? А чё он пришел сюда? Милохолик, чё ты сюда пришел? Первая пойдет слева, вторая справа. Где обратно? Каст. Какой каст? Что ты хочешь? Не, стоп, этот... Каст. А, каску может. Да, каст. Дай ему каску. Каст, ебать. Сова. Даю. Сейчас. Господи, блядь. Сова, давай. И каст, блядь. Каски же у всех есть, нет? Он бежал полгода сначала. Это уже типичный паладин, когда все, знаете. Закончилось он. Ну, каски же у всех есть. Да нет, я по аддону смотрю, у всех каски есть. Да все, да, так. Все, вроде разобрались. Смотрим. А, возьмите второго этого чувачка фокус. И смотрите, они должны умереть одновременно, поэтому придется. Да я про анонс. Могу это про анонс. Ничего, да, все, поехали.
Ну как идем вообще там, тютель как тютель. Дальше там можешь Фурика все потанчить. Да я не могу Фурика, потому что... Где? А, ты на Сафирон и этого догадываешься? Да, да. Только на Ласте там надо будет этих ловить. Да, это да не надо. Там хватит ДПС, он выдержит. Я один потанчу. У меня там Фурик только название. Так, Фогина поднажали чуть-чуть. Ну у тебя хоть на... есть, а у меня вообще спека нет. Отлично, дальше. Так, левая сторона, остановите ДПС, шаман не бей. Шаман не бей, блядь, не стреляй ничем, ёба. Остановись. А... Остановись, шаман! Не бей босса, блядь! Диллер, 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 наркоман. Да похуй, один не переведет, не ссыте. Ну, в принципе, да. Те, кто пьет сталага... тоже это понимает, поэтому продолжает бить. На Фойгана больше отражались. Просто, если как бы шаманы уговорят, надо столб, надо столб. Не бейте... Даже... диллер, блядь. Сталага не бейте. Закон. Тут 22, а? Там 16. Так, что тут есть? Так, еще чуть-чуть давайте. И вливаемся. Ну, не прям по чуть-чуть, по чуть-чуть. По сталагу осторожно. 150. 150, 130. Давайте Фогина, больше дамага. Да бейте, бейте. Достаточно времени. Добиваем. Так, подошли к краю, прыгнули. Ну это танк сразу забери его, отверни. Тащишь танк. Сразу забирай, отворачивай босс. Танчик ДК. Идеально. Отворачивай, отворачивай на туз. Ага, отлично. Все, стоим, ждем. Каст, каст, сдвиг полярности. Сдвиг полярности, сейчас смотрим за дебафом своим. Красные к красным, синие к синим. Все в кучку встали в одну. Я застрял. Все ближе друг к дружке. Заебись. Ну все, теперь вливаем дамаг, смотрим за полярностью. До берсерка 5,5 минут, так что должно. Стрик полярности за дебафом смотрим. Кто поменялся, быстренько перебежали под босс, очень быстро, прям не за не тупя. Че у нас? Дог? Я один, да, хилю. Сейчас подожди, я БР дам. Сейчас покажу. Не ты один хилишь, Редрик умер. Сейчас подождите, я его найду, а где он? Редрик, вставай на звуки полярности. Не, я скажу как надо. Ты поднял его что ли? Звук полярности, за дебафом смотрим. Ко поменялся, быстренько побежали под босс. Сейчас смотри, я вот выбегу. А, тебе ему встать надо будет там. Сейчас не вставай, не вставай. Не вставай. Я уже встал. Не встаю. Все, вставай. И отбеги поближе к стенке отбеги. Не подходи, не подходи, блядь. К стенке, говорю, отбеги. Так у он и побежал нет... к стенке, где босс. Ну да. А, сдвиг полярности. Поменялись у кому надо. Сейчас сова, выбеги туда к тотемам, дай ему еще БР. А он сможет? К которой стенке бежать тогда? А вот, да никакой, ты просто стоял. Там стоишь, слышишь, ты стоишь да, там, да, где да. Тотемы, там, где тебе пуши раз стрельнули. Получаешь да. Полярность и стаешь по цвету. Да. Только после хорошо. Полярности ты бежишь к топе. И сова БР, давай только... А, ну все, ты... Сдвиг полярности, да, смотрим да. За дебаф. Ты опять не вставай пока. Сейчас мы встанем нормально уже. Скажешь когда? Все, мы встали, вставай. И подальше от нас тебе сейчас надо стоять. Вот, не подходи. Вот там, все? Там все. И стой. Вот куда будет дебаф, тогда и будешь встанешь. Потом по цвету встанет. Ману подхиль. Рест на этот. Ману рест. Крист вообще хуй забил, я так понял, да? Сдвиг полярности, сдвиг полярности. Смотрим за дебаф. У кого поменялся, быстренько поменялись.
Ой, у кого-то фонит сильно. Mm-hmm. Микрофон. Прям по ушам. Так, а прист вообще хилит? Нет. Он походу новичок, наверное, первую неделю в игру играет. Он ничего не понимает. Драконий поглаз, Серега? Сдвиг полярности, смотрим за дебафом. Кого поменялся, быстренько перебежали на ту сторону. Я смотрю, где пристал, драконий поглаз. Тело вышло. Чё нам с пристами не везет? Ну, это походу брат того Рейла. Нет, ладно, не начинайте, команду. Это самый десятый в рейде, знаете, который у нас на протяжении всего рейда меняется после каждого босса. Все, сейчас все стоим на месте, как босса убили. Стоим. Не подходим. Синенькие могут в портал уйти. Ёбаная голова. Что с этой головой не там? РЛ лутаем босса. Кто там? Приз, можешь заходить. Я сразу разрулю. Так. Нужно кому-то? На мейнспект. Опять такая же голова. На оп. Шаман, возьми на этого себе. Как его. На энха бери, блин. Ты походу энха себе соберешь.